Почти год ульяновские школьники изучают народные художественные промыслы в детско-музейном центре «Аркадия». Он был открыт к 125-летию народного художника Аркадия Александровича Пластова. Программа центра «Аркадия» ориентируется на программу «Достояние России. Народные художественные промыслы». Сотрудники музея отметили, что Аркадий Пластов использовал народные промыслы в своем творчестве. В настоящее время уже проведен ряд занятий. Они с марта проводятся. Они посвящены Богородской игрушке и тому, как делал Богородскую игрушку сам Пластов, как он ее коллекционировал. С ребятами мы подходим к любому промыслу, который включен в нашу программу, с точки зрения или известной личности нашего города, в первую очередь Пластова, или тех людей, которые сейчас продолжают, поддерживают промыслы. На этой неделе в детском музейном центре «Аркадия» состоялась встреча с интересной художницей Лидией Семеновой. Мастерица расписывает жостовские подносы необыкновенной красоты. Я родом из Ульяновска, но я давно уже живу в Подмосковье и там обучалась этому промыслу у заслуженного художника России Лебедева, который сейчас главный художник жостовской фабрики. Ну вот я так небольшую связь имею, но на фабрике я не работаю, я работаю самостоятельно. При встрече с учениками школы «Аркадия» художница рассказала о своем любимом промысле, провела небольшой мастер-класс и ответила на вопросы ребят. Продолжением этой встречи станет мастер-класс, во время которого ученики центра «Аркадия» изготовят свои жостовские подносы. Правда, они будут расписывать не металлический поднос, а бумажный. До конца года в детском музейном центре запланированы еще несколько встреч с мастерами Ульяновской области, работающих в других промыслах. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.